serving our customers with dinner and drinks. In economy class, we'll be offering a choice of snacks, drinks and...
kā informācija angļu un krievu valodā ir paredzēta pasažieriem, kuri lidostu Rīgā izmanto kā tranzīta lidostu uz citām pilsētām. Ladies and gentlemen, this is information for customers connecting to another Baltic flight. If you are flying to Helsinki, your gate number is B12, Helsinki B12. If you are flying to Turku, your gate number is A1, Turku A1. And if you are flying to Tallinn, your gate number is B4, Tallinn B4. If you already have a boarding card or your connecting time is less than 30 minutes, please go straight to the departure gate. If you do not have a boarding card and your connection time is more than 30 minutes, please go to the airport transfer center and check in. For the latest information, please check the departure screens in the airport terminal. Thank you. Дамы и господа, информация для транзитных пассажиров. Информируем вас, что посадка на рейс в Хелсинки будет производиться через выход номер B12. Хелсинки B12. Посадка на рейс в Турку будет производиться через выход номер A1. Турку A1. И посадка на рейс в Таллин будет производиться через выход номер B4. Таллин B4. Пассажиров, у которых уже есть посадочные талоны на следующий рейс, и пассажиров, у которых до билета менее 30 минут, разыграйте к выходу вашего рейса. Пассажиров, у которых нет посадочного талона и до следующего рейса осталось более 30 минут, просим пройти в транзитный центр для регистрации. Время вашего билета и номер выхода можно уточнить на информационном табло. Благодарим за внимание.
всего остров близко. Здесь же река сама. А, лес, лесами. Приземлимся. Вот уже мы на аэропорте приземляемся. Thank you.
Рыбацкий собор. Угу. Вот такие круизные суда здесь заходят к нам, видите, да? Вот. И вот эта жирная башня, это Домский собор. Вот его надо зайти в обед. Там будет орган играть. Очень достойно, очень хорошо, очень качественно. Один из самых больших органов в Европе, да? И, ну, если вы никогда не слушали такую музыку, то что-то вас навеет на вас. Да нет, конечно, слышала. В Англии их много. Да. Но это один из самых больших в Европе. И там будет очень красиво, все это будет очень красиво. Это будут витражи такие на стенах и барельефы. Вот это все будет история, да? Там, какие курляндские там вот князья заходили. Вот старый город от этого моста, вот до того моста железнодорожного, где мы ехали, да? Вы видели. А от набережной и вот до сюда, до этих трамвайных путей, это все старый город. Да? Вот такой квадрат. Вот по этому квадрату вы можете походить. В центре будет более, это самое, на окраинах будет более, ну, развалины какие-то и какие-то заброшенные дома, не заброшенные, которые еще не успели реставрировать. Рига очень зеленая. Это вот Дерома гостиница, где я вам говорил, что вот если вам удобно, вот здесь будут такси вас ждать, и вы можете вот с ними... Это? Да, да, и вы можете с ними поехать в этот этнографический музей и договориться, что как они вас, через сколько они там, через час, через два, они могут, может быть, вас и заберут. Старый город, прямо чуть левее вокзал. Вот она, старая Рига. Довольно близко. По-прежнему, конечно, устала, да, после бессонной ночи. Так, Свиденборг. Какое-то здесь что-то среднее между Россией и Европой. Но говорят все по-русски. И в основном одни русские. Так, мы сейчас будем сюда. А вон какой там домик. Весь полностью украшен. Там памятник свободы. Зарощенный виноградом дом. Тут все по-русски говорят, тетки. На их языке это говорит интересно. Это, слушайте, по-русски говорим. Боишь ты чё? Пойди до центра, да? Запомни мне эту улицу. Памятник свободы. Вот ориентир был. Так, вот красивый русский. Как ты просишь деплачься? Вот на это здание с петушком. Рига, Рига, Рига. Как же давно я здесь была? Я даже вспомнить не могу. Какой же это был год? Кажется, это был 83-й. 83-й. Это прошла целая жизнь. Продолжаю этой камерой Ригу. Это раннее утро. 4 или 5 часов утра. 5 часов утра. Башенки. Машина какая-то есть. Вот я в Риге. Я иду по Риге.
основное все будет вот это, да? Наверное. Основной собор, да? Раннее утро, поэтому здесь никого еще нет. Представляю, сколько здесь будет народу днем. Но я это уже не застала. Акцент у них есть, правда, в отношении. Не знаю. Все, абсолютно все говорят по-русски. Даже молодого парня я спросила. С акцентом, с таким акцентом, не сильным совсем. Может, не сравнить с украинским акцентом. Так у них больше «э» вместо «е». Направо. Пожалуйста. Пожалуйста. Там. Как-то у них больше, чем «е». Так, в принципе, вполне терпимо. Хорошо, если русских не любят, но не знаю. Мне кажется, вообще одни русские. Какой погребочек, да? Такие погребочки.
Города реки, в города реки. Ну, река. То есть здесь что-то еще открывается. Кто-то еще живет. Кто-то вышел из этого погребка. За такой. Ух ты, ути какие-то, ути. Псовковский. Thank you.
этот самый квартет. Осел, козел, петух. Кременский музыкант вот что-то. Осел, пес, что там еще и петух. Так, что это за указатель? Туалет. Так, читаем, что здесь есть. Еще какая-то арка. Римский музыкант. Спать хочу. Больше становится. Церковь сзади. Рижский русский театр. Ригас. Криеву. Русский у них будет Криеву. Почему Криеву? Русский будет Криеву. Вообще что-то непонятное. Может быть, это племен кривлян? Кривичей. Я вышла на ту же площадь. Что это за город? Скамью стену.
со всеми дикими людьми. Так, а там что у нас? Так, что здесь написано непонятно, это на их языке. А тут что? Ух ты, что это за флаги разные. Самые это всех городов Латвии, да? Ага. Похоже. Пальцы сидят. Фонтанчик. Нет, нет. Без секрет. Обратно в аэропорт. А у вас номер лишний или... Это я уже в Риге. Вот такой вот храм. Солнце будет, не получится. Получилось. А что это за храм, не знаете? А? Не знаете, что за храм? Я не слышу. Я говорю, вы не знаете, что за храм? Храм? Знаю, что за храм. Забыла. А вы уже зайти посмотреть. Да не, не пойду, ладно. Последний раз я тут была, кажется, в 89-м году. Ну, это такой храм. Я могу вас провести вдоль собора православного. Раз по дороге. Давайте, сколько мне там уже на тихом? 13? Давайте. Но все равно по дороге. На этом все разговоры закончились. Развал Советского Союза обычно кажется стандартным. Вот в городе миллионники должно было быть метро. Ну как у вас? Лучше стало после развала Союза? Или хуже? Чья? Не знаю. В сравнении с Россией, может быть, лучше. С маленькими городами в России. По сравнению с Москвой, наверное, с Питером, наверное, хуже. Я имею в виду, в советское время было лучше. Жизнь была лучше. Пенсионерам, да. Ну, да, понятно. И намного лучше. Симпатичный городок. Нравится Рига. Таллин еще красивый город. Понимаете, Рига во время войны, может быть, не очень сильно пострадала. Всех домов много старых. До военной постройки. Вон дома на
здесь же все, вот, все эти довоенные постройки дома. По 100 лет все. Какое время построено? Где-то 80-х, 70-х? Ну, где-то так, да. Значит, такое ощущение, что это было. Ну, вот театр давно. Здание. Да. Еще в детстве с мамой. Не последний раз. Очень много лет. А та, что новая? Тот монастырь, который... Я думаю, что он поновее будет, чем это. Сколько лет, вы говорите? Лет 200, наверное, точно. Нет. Да, наверное, так. Уже большой. В советское время здесь планетарий был. Остались без планетария. Когда-то была церковь, потом... А вот тот, вот, который я видел, это вообще какая-то уникальная постройка. Я церковь таких Петра. Нет. Какая? Вот там, с петушком. Которая... С петушком это католическая, да? Ну, сейчас музей. Куда? Туда, куда они хотят Россию загнать. Путин интересная личность. Человек, которому трудно сказать, плохой он или хороший. Одно я знаю, что он очень умный. Да. Это тоже настроили еще при советской власти. Вот это? Новостройки. А это что за речка? Да, Угава. Как? Да, Угава? Да, Двина называлась. Сейчас Да, Угава называется. По-моему, есть город Да, Угава, да? Да, Угава, Пилс есть. Это была рыбацкая деревня. Сейчас там были. О, пляж, сколько тут людей. А? Купаются. А вот на озере такая вода была теплая, но там никто не купается. Потрогала воду, очень теплая. Вообще я удивляюсь, здесь климат теплее, чем в Москве, что ли? Здесь же севернее. Ну, не знаю, насколько теплее. Здесь влажно больше. А здесь снег бывает? Конечно, бывает. В Англии не поверишь, там снега практически не бывает. И зима вообще теплая, хотя лето довольно холодно. Ну, насчет холодной зимы. Так, а вот сейчас в этом парке, в этом музее под открытым небом. Пока я лишь к озеру иду. Все тут по-русски говорят, уже с водителем договорился, с неким Олегом. Все тут русские. Да, хорошее у них окно в Европу. Также можно пройти пораньше, договориться можно. Вот они эти латвийские традиционные домики. Что это за домики? Салон на крыше тоже? У них избы. Ну вот я вот в этой латвийской традиционной деревне. Колодец какой, ух ты! Ха-ха-ха! Это отличается от русского от колодца. Ну какая штука много. Как так вот ведро. Так,
ведро. Ваша дверь закрывается. Hello, pussy. Где на качели? Сижу, качаюсь на качели. Сейчас я пойду по ним пройдусь. Может, здесь еще вязка, а? Не знаю. Что же ты? Я бы не хотела. Ой, а водичка довольно теплая. Ой, как в реке. Ой, как хочется искупаться. А может, мне стоит искупаться? У меня купальник с собой есть. И чистая водичка, прозрачная такая водичка в этом озере, прелесть. Это когда Юнга, это озеро называется. А вот здесь вот баня с кухней. Так, ну что там внутри-то? Можно что-то увидеть? Ничего-то нельзя увидеть там. Свалка какая-то. Тут все, он колодец. Тут
Симпатичный домик. Сколько можно платить на нем? Соломенная крыша и домики. Сейчас подумаю, что там внутри. Деревянная ванна. Карлита. Это баня тоже, да? Тут готовили еду вот так. Тут костер разожгали. А если холодно, если зимой, как? Вон тут целый дом. Извини, что пряли они здесь, да? Печка. А вон какая комната спальня. Тоже веретено везде, прялка. А, вон кроватка детская. Кроватка подвешена. Похоже на нашу дачу. А это не как веник для бани. Или это венок какой-то. Венок. Вешали венок. Убери. Одна крыша. Бабулька тут ходит с этими. Вот и лапти. Лапти или туфли. Как-то они так сплетены, интересно. Из чего? Из кожуры. Деревья. Все же плохо. Так, ну тут что у нас? А тут красивая же была. Такая спаленка. Корзинки у них. Тут корзинки, да? Самые разные. Разных размеров. А лапчи сейчас не плетут? А веники для бани, что ли? Почтовые ящики. Такие кареты здесь разные стоят. Сани. Сани. Это уже какой-то ресторан, что ли? Сувенирчики. Теперь посмотрим сувенирчики. Звоните.
Водички хорошо себе обдать. Беседочка какая-то. Тут. Okay. А я своим рюкзаком хожу. Фу, еще какой-то прудик. О, что это? За прудик. Домик прелестный. Какая избушка. На курьих ножках. Ой, это что такое? Это баня. Ух ты. Это же баня. Точно баня. Вон веники. Ну какая банька, ой, сейчас париться. Мне, собственно, и так жарко, куда уж париться. Вот, сейчас я при свете сниму эту баньку. Очень темно было. Венечки, кленовые веньки. А кленовые веньки, кстати, я еще никогда не делала. Кленовые, это березовые, дубовые. Да. А чё ж я кленовые венчики никогда не делала? Надо будет сделать. Да. Угу. Оказывается, жилой дом 40-х годов 19 века. Вот. Там все соломенные крыши везде. Где я сейчас заходила. Ой. А что, собачка нура? Thank you.
Какие края? Это что, тоже лыков? Интересно. Здесь вообще все мхом заросло. Это, наверное, очень старый. Большой дом здесь, наверное, сейчас уже живут, да, люди. Это пляж, что ли? Да, там пляж. Очень хороший пляж. Так, а вот она баня с жилой каморой, построена в 1815 году. О, как такая баня. Венчики везде висят тоже, как в России. Банька. Что у нас такое? Это у нас купель. Ух ты, купель. Сейчас посмотрим, что это за купель. Купель. Здесь тут купаются. Так, 90-е годы 18 века. Ух ты. Конец 18 века. Такая купель. Даже не баня, тут такие вот корыта купались. Ох, какой домик. Это жилой, что ли? Называется Рига. Рига — это, оказывается, не просто название города, это значит амбар. Построено в 1730-х годах. Ух ты!
такая старая. Совсем старая. Ой, Господи. Ей почти 300 лет. Почти. Где была? Боже. Вот как увидеть поросший мхом. Мукомольня. Здесь муку молят. Мельница. Такой ручной, наверное. Так, сейчас посмотрим про этот домик. Так, такой сожилой дом. Это построил в 1780-х годах. Так. Летняя кухня шалаш. 50-е годы 19 века. Летняя кухня. Шалаш вот так вот построен. Из каких-то веток. Такая вот. Молитвенный дом. То есть церковь. Сейчас зайдем сюда. Ух ты, как здесь. Церковь или просто молитвенный дом? Печка, ни одной иконки не вижу. Там, наверное, их алтарь. Ничего здесь нет. Пустые, здесь прохладно, кстати. Это, говорит, школа. 1670 год школы. 1670, это очень старый. Ах ты, я так не успею. Что за школа? А тут веники, интересно, зачем за школьник? Их школьников шалило пилями. Написано «школа». 1640 год. Ух ты, это 17 век. Тут школьники, что ли, сидели? Да, ладно, надо бежать уже. Время уже нет. Тоже еще хватит. Ну все, надо бежать уже. Тут вся полянка ландыша.
Здесь даже не отцветают. Наверное, здесь раньше, чем в Москве.